Ладно, мои проблемы, мои проблемы. Алло, слышь, Ксению надо завалить. Я говорю, Ксению надо завалить. Ну та, которая на Жанибекова живет. Я из-за нее тут сюда попал. Если б не она, ходил бы сейчас на воле. Убей ее сегодня. А подумаешь, одной тварью меньше будет. Да и мне легче будет. Все, давай. Эй, слышь? Что за песню ты заказываешь по телефону, а? Что за Ксения? Че ты подслушиваешь? Не твое дело, начальник. Как не мое дело? Во-первых, подслушать — это моя работа. Во-вторых, откуда тебе телефон? Дай сюда быстро. Ты что, все удалил, да? А мы все равно найдем, кому ты звонил. Поймаем его и тебе за этот срок впаяем, понял? Вы сначала поймайте, а потом пожалуйста. Эй, если с Ксенией что-то случится, считай, что ты труп. Если эта сучка сдохнет, я лично петь и веселиться буду. Если она умрет, я тебя лично сам буду отпевать, понял? Эй, берите, я по делу. Там твой задержан у меня сидит. Я послушаю его разговор по телефону. Алло, Солмасиненко, хочешь, подслушиваешь? Че там? Эй, он, знаешь, какую-то Ксению заказал, из-за которого он сидит. Нас 10. Я адрес все узнал. Пойдем, пойдем. Да не, Мура, ты что-то путаешь, как всегда. Пока мы сейчас сидим, общаемся, тот киллер выехал за ней. Поехали быстрее. Надо действовать. Поехали, поехали, ладно. Так, еще раз посмотрите, пожалуйста. Какие дома? 78 и 46. Все принято. Ага. Говорят, по этой улице две Ксении живут. 78 и 46 дом. Так, 46. Да. Звони, 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 звони. Видно, что? Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. А Ксения дома? Извините, но она умерла. Блин, сказал, что ей надо побыстрее. Уже убили. А полицию вызвали уже? Ну, во-первых, она умерла года 3 назад, а во-вторых, ей было за 90. Извините, девушка. До свидания. До свидания. Пойдем, подъезжай. 8-й дом. Идет, идет, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. А Ксения дома? Да, это я. Успели. Наконец-то. Ксения, вам грозит опасность? Вам надо ехать с нами. Ну, у меня там манты. Да вы что, не понимаете? Вас убить могут. У меня нет выбора. Если я не приготовлю, меня мама убьет. Короче, поехали с нами быстро. А он точно сюда приедет? Ну да, вы же ему нужны. Что-то мне страшно становится. Может, он псих? Ксения, давайте договоримся вот так. Вы просто помолчите и не переживайте, хорошо? Пока мы рядом с вами находимся, ничего не произойдет, хорошо? Айгерим? Подождите, вы хотите оставить меня одну? Айгерим! Останьтесь, пожалуйста. Мне так страшно. Это ваша жена? Она, наверное, подумала, что вы ей изменяете. Нет, она подумала, что вы моя родная сестра. Что за вопросы такие? Вам сообщение, кажется. А у меня нет телефона. А чей тогда телефон? Так, подождите. Это же телефон вашего заказчика. Я же у него забрал. Все нормально. Ксения у меня в багажнике? Может быть, он перепутал, и ту зовут не Ксения? Это нет, кажется, мы попутали. Ё-моё, мы. Кажется, по этой улице еще одна Ксения живет. А мы здесь сидим, его ждем. Медед! Медед! Че? Эй, блин, ты че на спокойно стоишь, куришь? Ты же говорил, за водой пошел. Я не могу ее слушать. Вот там, где разговор уже есть. Эй, мы не ту Ксению спасаем. Поехали быстрее. Как не ту? Да, не ту. А будем все объясню, поехали. Ё-моё.